Добрый день, дорогие друзья! 70 лет назад, 2 мая 1945 года, состоялось одно из важнейших событий Великой Отечественной войны. Была подписана капитуляция Берлина. Было принято решение о создании мемориального панно «Мы победили». С этого момента в школах города Ставрополя началась работа по сбору и оцифровке фотографий ветеранов Великой Отечественной войны. Жители города активно откликнулись на этот призыв. В течение 4 месяцев было собрано более 5000 фотографий. 4222 из них размещены на 2 панно. В основе художественного замысла экспозиции один из самых ярких эпизодов войны, символ ее окончания, водружение над Рейхстагом знамени Победы. Почетное право открыть мемориальное панно предоставляется губернатору Ставропольского края Владимиру Владимировичу Владимирову, главе города Ставрополя Георгию Семеновичу Калягину, председателю Краевого совета Ставропольской краевой общественной организации ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Алексею Алексеевичу Гороченко, ветерану Великой Отечественной войны, участнику взятия Берлина Павлу Сергеевичу Захарченко. Не обмануть, из пути свернуть.